национальности армянка. Родилась и выросла в Грузии, но уже 12 лет живет в Орле. Все это про Маргариту Каракузову. Девушка в прошлом году уже участвовала в этнографическом диктанте. Для нее общение с представителями других национальностей – обычное дело, поскольку Маргарита состоит в Орловской ассамблее народов. А потому задания, как и годом ранее, показались девушке легкими. Самый легкий – это, наверное, вопрос был про хинкал. Вот, потому что у какого народа используется в блюде это было, ну, соответственно, с бульоном и с мясом подается. Традиционные блюда, устройство страны, исторические даты. Диктант охватил разные эпохи и жизни России. 20 вопросов общефедеральных и 10 местных. Про орловщину, про кружева и вышивку, про игрушки из глины и обряды. Например, что в Крамском уезде называли словом «шандрыкать»? Это самый простой вопрос, потому что его употребляют довольно-таки часто. А что значит слово «шандрыкать»? Давать. Ходить, побираться. С момента старта акции прошло около 15 минут, но, как мы видим, уже большая часть участников сдает свои бланки, причем настолько активно, что у комиссии образовалась настоящая очередь. Вообще на все вопросы дается 45 минут, но здесь абсолютно не важно время. Акция не ищет самого умного, она призвана активизировать внимание людей на другие этнические группы. Результаты будут опубликованы на сайте акции после 13 ноября. В том числе на сайте Орловского государственного университета тоже будут результаты наших участников. Но какие бы результаты они ни получили, у каждого останется сертификат участника. Проверить свои знания можно до 8 ноября на официальном сайте акции. Екатерина Головина, Илья Афоничкин, телеканал «Первый областной».